Мутнули. Не привыкла нажимать. Там включил и... Все, Сережа устал? Опять бы крик, ага. Что белка, ага. Это стрелка, да, плавает. А то пишет в комментариях. Ну, а это с мамой. Ну. Как хотят зрители? Да, вот как хотят зрители. Кипер сказала, что стрелка вот активная, а белка больше с мамой. Ну, иногда, говорю, когда стрелка вот так лапой машет, это явно стрелка уже. Это не ранее, настроение человека. Да, да. Как у человека меняется настроение, они меняются. А то, что у вас, что у меня комментарии, ну, что попало тоже. О, стрелка сегодня в азарте. Ну, пусть кто пишет, кто белка, стрелка, медвежата и медвежата, господи. Мне как-то уже... Тут уже точно... Тут уже вот точно знаем, потому что Уля сказала, что стрелка активная, белка с мамой. И стрелка лапой так машет, да. А в стойку они обе стоят сейчас. Ну-ка, тут и залезла. Ну что, кумочку пойти посмотреть? Пойдет да зря. Раз покормили, то что туда идти? Ну, в общем, вечеру. Вечером сейчас вот темно, поздно. Как вот? Ну, как-то вот хочу тоже вечером, чтобы в тропиках. Сейчас возвращаться темно, сейчас пить. Это ж не через дорогу перейти, как мне час домой, час назад, на остановку стоим. А тут устанешь, а транспорт еще стоим. С палочкой ходить, это сразу место. Тоже не всегда. Ой. Вот в четверг абонемент еще схожу, а потом, наверное, покупать еще будет там плюс 2, плюс 4 будет еще тепло. Москвичи пишут в Москве. Дожди идут. Ну, говорю, у нас снег. Вот дождь. В субботу прошел дождь. Так скользко, гололед такой. Я домой только пришла, и она такой ливень. А, надо к Манучкам еще сходить. Привет, не слышно. Ну, а как? Ну, ты разве уйдешь от них? Вот как уйдешь? Ни к Манучкам, ни к Пумочке не могу отойти. Ну, надо наснимать до Нового года. А морозу не ходить. 12 папок фото. Сейчас карта памяти закончилась 13, и сейчас 14 папку опять. Уже карта памяти 16 гигабайт. Ну вот на утро сегодня не бросала, потому что не было. Все, всего два видео, субботу сняла. Неудобно было снимать. Люди были. Ну что ты крадешься там? Вот иди давай, да. Прыгни носом вниз. Я их фото нащелкала с косточкой. Перчатку не надела на правую, рука замерзла на железяке этой. Да, надо еще батарейку, как напомнить одну. В Красноярск ехать как весной, осень. Фу, осень, весной припутала. Ну, в июне, летом. Мерк? И ты давай так же. Вот надо дождаться, чтобы вторая, тогда можно уходить.
спину не прыгнет, да? Да, не так. Глядывайте, глядывайте там. Ку-ку, я здесь. Ку-ку. Ой, с водичком пойти, может они в воде там плавают. Вот этих. Ну. Побежал. О, что там увидела? Не там ничего нет. Хотела прыгнуть.